Привет, друзья, с вами Кернекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Dealer's Life 2. Мы с вами остановились на том, что, в принципе, неплохо сорвали куш на некоторых предметах, которые мы, собственно, проапгрейдили и удачно вторговали. Что же мы имеем сейчас? Мы имеем с вами постер первому игроку, сделанный в 2020 году. Так, мы его пофиксили. Его цена теперь 8700, при наших затратах 3200. Меня это устраивает полностью. Продать на аукционе? Да. Хотим продать сие чудо. Ну, если мы вырвем восьмерку, уже будет найс. Если мы заберем десятку, будет супер гуд. Но ниже 8-7 мы, по идее, не должны ее. Ага, давай еще. 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 Хорошо идем, очень хорошо идем. Красота, что я могу сказать? Красота. Так, это мы оставляем. Дальше, есть у нас что чинить? Есть что чинить. Это ТВ 78 года. Я не уверен, что это не подделка. Ну ладно, давайте. 5 дней, $300 починим. Так, совет дня, реставратор у нас есть однозвездочный. Эксперт. Так, нам нужно еще загрейдиться. Подождите. Нам нужно загрейдиться. Что мы с вами имеем? Опять-таки... несговорчивые клиенты станут проще. Давай. Разблокирован аукцион складов и мое имущество. О! А вот с этим мы уже заживем, скорее всего. Так, что здесь? Удача повышает количество клиентов за день и поможет обходить стороной всякие проблемы. Видеть клиента насквозь помогает легче определять подделки. Чем выше компетентность, тем больше предметов можно оценить более точно. Давайте еще сюда вкинем. Давайте, в принципе, все поднимем до второго уровня. Это будет нам однозначно полезно. Репутация жулик? Но я же не жулик. Я не жулик, честно. Так, окей, с вами все ясно. 98 тысяч у нас остается. Я думаю, что мы где-то 50 сохраним. Так, стоп, еще здесь у нас... здесь у нас эксперт однозвездочный, реставратор двухзвездочный. Так, профайлер настоящий детектив, хорошо знает люди предмет, пассивно влияет на интуицию. Спасибо, не надо. Изучает рынок, пассивно повышает качество компетентности. Нет. Нам нужны активные люди, нам не нужны пассивные пока что. Окей, давайте. Так, что ты хочешь? Данный ёршик плохого качества. Ну, за 89 я возьму перепродать. Не ну, соглашайся. Отличный день. Наработались. Охренеть. Так, плакат Ведьмак 25. Почему Ведьмак хряк? Эпичный. Давайте проверим. Это не подделка. Стоимость 7700. За сколько хочешь отдать? 7400. Давайте за 7400. Мы ее все равно приведем в порядок. Так, профайлер, телепат... клиента забыть последний диалог. Подожди. Одним своим видом успокаивает клиента, пассивно снижая их нетерпение. Еще помогает при неприятных встречах. Но у нас пока неприятных встреч нет. Из обычного предмета сделать ценный артефакт. Это опасно. Давайте что ли телепата возьмем временно. Пусть посидит. Так, чоппер с тюнингом 18 года, эпичный. Это не подделка, 8800. Бляха, ну мы заманаемся это все чинить и приводить в божеский вид. Не-не-не, брат, ты шо? 8900, тогда окей. Ты ж псина. Ну ладно. Давайте, мы даже задорого возьмем и починим, оно все равно будет прекрасным. Так, разобрались. Вышибала, реставратор какой? Двухзвездочный. Везунчик, пиарщик, вышибала. Понял. Сколько у нас стоит, кстати, новый этот? Так, купить ломбард стоит 50 тысяч, кстати. Оплата за неделю, правда, уже впечатляющая, но плюс клиенты и плюс очки славы. Плюс очки славы. Это уже металлический ангар, это уже не шуточки. Ну, давайте сейчас на этом чем-нибудь заработаем, и тогда сможем двигаться. Так, и у нас же открылось... Не-не-не-не-не-не-не, где-где-где? А? Нам говорили, что нам открылась еще одна менюшка, ну ладно. Так, по вкладам у нас что? Так, кредиты у нас 25%, а вклады? Малый риск.
Мне бы точнее узнать. Во, спасибо. Здесь вы можете сделать вклад в выбор уровня риска. Высокий риск может принести большие прибыли, но можете потерять деньги. Хорошо. А я не могу прописать число, да? За что вы так со мной? Давайте сделаем вкладик в 10 тысяч рискованный. Уверен, что хотите вложить угрыз. Так, осталось дней 35. Окей, и в малый риск тоже десятку. И проверим, какая между ними разница. Непосредственно в данной игре. Да. Так, тоже 35 дней. Это надолго, пусть висит. Пусть висит, лишним не будет. Так, что ты хочешь? Ёршик хочешь? Ёршик, ну я брал его за 89. Давай 150. 98? Нет. Так, мечи редкие. Не подделка. 3750 в плохом качестве. Мы можем, в принципе, их чисто на аукционе продавать. Брат, 2900 отдам максимум, не больше. Я не знаю. Отлично. Уже косарь на руках, считайте. Ни за что не прошел. Реставратор 3 звезды. Блях, ну если я его уволю у предыдущего, то остановится же этот, да? Да, бляха, нам один день остался. Ладно, потом найдем реставратора, так и быть. Так и быть. Так, телепат есть, этот есть. О, куча народу прибежала. 37 тысяч. Древнее кресло, сделанное в 76 году. Легендарное качество. Быстро не удалось определить стоимость. Но мы можем на свой страх и риск взять. Не понимаю, подделка это или нет. Ну окей, давай. 24. Брат. Скидывает цену, собака. Это, скорее всего, подделка. 23 звучит лучше. Ну давай 23. Если прогорим, то ничего страшного. Удачи. Так, ты что хочешь? Ёршик хочешь? 110 забирай. Черт бы с ним. Так, легендарная некая книга хорошего качества. Ну, бляха, мне нет смысла брать хорошего. Разве что задешево. Но я не знаю, какая у нее цена. 40 тысяч нет, мадам. Давайте так, за 9 возьму. 38. Не сговоримся. Так, легендарная хорошая. 1,5 ляма. Чего? Чего? Кубок чемпионата по хоккею, сделанный в 23 году. Относится к Османской империи. Что? Что? А, ну это боль. Я такими деньгами просто не располагаю. Простите. Так, ТВ повысили на 900 баксов всего лишь. Ну мы вложили 300, да, подняли на 900. В принципе, неплохо. Нам надо что-нибудь вот такое репейрнуть. Так, нет реставратора хорошего. Да, мы скорее всего застрянем с этим реставратором до конца своих дней. Окей, мы заплатили 23 тысячи, оплата 40 тысяч за фикс этого говна, вы серьезно? Чё-то слишком жестко, не? Ну хотя оно легендарное. Окей, ждем аукционы и приторговываем по чуть-чуть. Так, ТВшку нашу хочет купить. Ну смотри, короче, цена у нас 1600. Как насчет 1060? Ай, хер с тобой, забирай за 1060. Мы свои почти X2 получим. Но я не понимаю, зачем я ее чинил. Нам это чинить не надо, мы на это время просто тратим. Так, мопед хочешь? Сколько предлагаешь? 12600. А мы потратили 10800. Давай, короче, 14900 и по рукам. Я думаю, 13400, соглашайтесь или я ухожу. 13400, это у нас даже не 3000 профита будет. Даже меньше 3000. Заставить забыть. Далеко от суммы 12600. Попробуем опять. 14900. Отлично. Что я могу сказать? Телепат очень полезен, записываю. Телепат сверх полезен. Так, аукцион складов. Сейчас, погодите. Сколько у нас? У нас 50 тысяч. Либо запустить сейчас... Не, давайте аукцион все-таки. Так, стоимость склада неизвестна. Вы готовы участвовать? Мы нашли интересные предметы в количестве 4 штуки. Прежде чем войти, убедитесь, что у вас достаточно свободного места. Место у нас 6 штук. За это не переживайте. Добро пожаловать, сегодня вставляется отличный склад. Нажмите, чтобы открыть. Стартовая цена 27500.
Ну вот это, наверное, нормально будет стоить. Картина, наверное, нормально будет стоить. Это шляпа, скорее всего. Готовы ли мы 27 тысяч заплатить за 2, 3, 4 предмета? Ну давайте, это же эксперимент. Ну сейчас у нас еще аукцион пройдет. Угу. 30 тысяч никто не перебивает, я перебью. Вы настолько уверены, что там такие дорогостоящие предметы, или вы меня разводите просто? Да пошел ты в жопу. Все, последняя ставка, 42 тысячи. Перебьете за... Не, все, несите это сами. Несите куда хотите. Отлично. А, 4 предмета в смысле в гараже, и все. Тьфу, я думал там 4 лота, 4 гаража. Ай, хер с вами. Так, помнишь про подарок? Не могу помочь, иди нахер. Так, смотрим дальше. 74 тысячи. Древние серебряные серьги 44 года. Это не подделка. Женщина. А ты даешь интересные предложения. Бляха, ну их точно надо будет починить. Давай попробуем еще вторговать. У нас же есть телепат. 46 500. Ну что поделать? 46 500 так 46 500. Давай. Мы в минусе. Лол, кек, чебурек. Предупреждение. Банк проверил ваши финансовые станции, беспокоит вашим положением. Нормально, нормально. Мы сейчас продадим счет на аукционе. Все будет чики-пуки. Так, что у нас есть? У нас есть легендарка, эпик. Мы можем, в принципе, продать вот эту хрень. Плакат Ведьмака. Мы его тоже могли бы починить, но... Поверьте, оно того не стоит. Или продать что-то из этого, кстати. Может, серьги продадим? Мы пока не можем оперировать такими огромными средствами. Да-да-да. Давайте серьги. Так, мы взяли за 46, начальный уже 48. Да, она не супер привлекательно выглядит, но она должна принести нам бабос. Нихера себе, нихера себе. Хорошо, пошли. Вырисовывается x2. Ну, почти x2. Сгодится. Предупреждение, все окей, банк, мы порешали. Все окей, честный слух. Так, теперь мы можем, по идее, вкинуться как раз в ремонт вот этой штуки. То есть общий вклад у нас будет... Охереть, какой большой. 5 дней чине, в тебя верю. Нам есть чем торговать, нам есть что покупать. Так, что ты хочешь, скид хочешь? Давай, сколько? 200, да забирай. Следующий день, пожалуйста. Так, привет, Ярон. Да-да-да, у тебя есть что? Редко ужасное. Братан, смотри, попозже. Так, у тебя что есть? Необычное за 3000. Коллекционный велосипед, сделанный в 2011 году. Подожди, что здесь еще за предложение? Оу, щит. 160 тысяч. Кресло с декором. Эпохи Возрождения. К сожалению, пока что мы это не вывезем. Поэтому ты свободен. Хотя можно было бы торгануть, может он за дешевку бы продал. Я что-то поторопился. Так, с этим у нас непонятно по цене. С этим понятно хоть по цене. Сколько ты хочешь? 2500. А что насчет 200? Ну, 2350, так 2350. Не будем выигрываться. Так, а ты что предлагаешь за это... 1620. Давай-ка 1400. Давай, соглашайся. Все, это мы тоже потом куда-то вбарыжим. Так, банк проверил ваше финансовое положение. В конце недели вам необходимо получить прибыль, иначе вы проиграете. А все нормально уже. Что вы начинаете? Все супер гуд, я бы даже сказал. Так, 3 дня осталось. Я хочу увидеть, насколько цена вырастет. Так, этот журнальчик нам уже носили. Это нам уже носили. Спойлермена, сколько ты хочешь? Давай 900. 1200? Окей. Вообще без проблем, брат. Нам надо кому-то хоть что-то продать. Купить на аукционе можем. У нас место еще есть. Ну давайте купим на аукционе. Купить что-нибудь ценное, этой неделе 3 предмета. Покажите. Так, чоппер, серебряная монета эпохи Возрождения, старое золотое колье. И все стоит неизвестно сколько.
44 тысячи старт. Нельзя будет вернуться. Но я не могу ставку делать. Тут как бы с меня взятки гладкие. Так, здесь старт 7200. Это опять же что? Это монета, да? Монета 378 года. Ну, можем попробовать. Самое забавное, что никто не перебивает. То есть один перебив идет, дальше перебива нет. Окей, колье сколько? 10 тысяч. Давайте тоже попробуем урвать по дешевке. 12, ну ладно, у меня большие надежды на тот предмет, который мы надыбали. Так, гляда, последнего не бьют. Они друг друга не бьют, то есть я как будто с одним человеком соревнуюсь. За 14 взяли, сойдет. Пока что сойдет. Сколько осталось? Два дня. Поехали. Так, что ты хочешь? Мопед хочешь? Давай смотреть. Ну, мы его продадим за 5. Как тебе такая цена? 3700 баксов на нем получится. Ну, в принципе, мы ничего с ним и не сделаем. Чинить его нет смысла, это потеря времени. Так, ищет работу, вышибала. Опять трехзвездочный ресторан есть. Так, окей, доброе утро, меня очаровало что? А, этот тебя очаровал. Ну, смотри, какая история. Он стоит... ну, где-то 9990. Да знаешь, бери. Изи мани. Так, редкое плохое. Что ты хочешь? 3750 нам автоматом выкидывают, мы поставим 4900. Ага, ага. Отлично. На всяком говне поднимаемся. Так, что ты хочешь? Косарь? За необычные? Как насчет 900? Да давай. Так, пусть будет. Ты хочешь это колье, которое мы только купили? За 12 тысяч? Не. Давай так, 19900. Если соглашайся, отдаю. Согласен. За 13 тысяч это не серьезно. 131 тысяча плюс к стоимости. ЕПРСТ. Вложили 63, потенциально можем получить в 3 раза больше. Если торги еще правильно пройдут. Нам срочно нужно попасть на аукцион. Серьезно, на аукционе мы заживем просто. Так, окей, что еще есть смысл реставрировать? Это хорошее качество, это плохое. За 900 баксов, да не буду я это реставрировать. Ждем что-то повкуснее. Хотя вот этот редкий. Но я не уверен, что там сильно вырастет цена. Пока не напрягаем. Может есть, кстати... Нет, третьего реставратора нам не дают. Окей, погнали дальше. Что ты хочешь? Бабуля расстроилась, что я использую дом в качестве ломбарда. Мне нужен подарок, или она будет со мной разговаривать. 80 тысяч? Забери вот эту шляпу. Отлично. Так, что ты предлагаешь? Хоккейная шайба, сделанная в 2004. Оставь себе. Подозрительно. Редко, еще и в хорошем качестве. Не подделка, 25 тысяч. Нам нет смысла его брать, то есть мы его не сможем... Не, может мы и сможем его вторговать. Хорошо, сколько ты предлагаешь? 22 тысячи. Как насчет 15? 21. Ну, блях, это не то, чтобы выгодно будет. Ну ладно, проверим заодно. Есть ли смысл закупать уже хорошего качества предмет? Так, загляните, у меня для вас одна штука. Это у нас в залог, да? Бронзовая статуэтка Возрождения, 524, мы не можем узнать, какого она качества. Возможно, это подделка. Сейчас, сколько она предложит? Скорее всего, это подделка. Ну, не может сбрасываться так цена жестко. Давай косарь. Нет, тогда нет. Мы не будем на это вестись. Так, мы заплатили 17 400, давайте... Попробуем 19900. Отлично. От этого тоже избавились. Так, аукцион складов опять. Да ёпарс, ну ладно, давай. Опять 4 штуки на складе. Так, что у нас есть? У нас есть капитан звездочка. Золотая брошь. Постер недомстители 98 года. Костер Dark Souls 21 года. И все, да?
Предлагают 47, так у меня нет этих денег. Сорян. Ничем не могу помочь. Ничем вообще. Так, и ремонт мы запустить не можем. И продать мы этот не можем. Нам нужна продажа на аукционе. Иначе мы загнемся. Так, мы взяли за 21. Ты предлагаешь тоже 21. Давай хотя бы 29. Ну чисто. Иди в жопу. Не отвлекай меня. Так, журнальчик. Журнальчик мы взяли за 1200. Как ты смотришь на 2700? Да бери. Красавчик. Так, приветствую. А что у нас здесь? Мифическая редкость. 400 тысяч. И неизвестно, подделка это или нет. Хорошо, за сколько ты ее предлагаешь? За 265. Мамма мия, денег-то нет. Я бы-то взял. А ее если еще и привести в порядок, боже, какие там баблища будут. Пока не можем, не можем себе позволить, к сожалению. Продать на аукционе. О-о-о-о-о. Вот эту херовину. 168 оценка, у нас затрат 63, да. Боже, пожалуйста, дайте мне 200к. Начальная 124, неплохо. Ребяточки, это эксклюзив. Нигде вы такого больше не найдете. Так что будьте добры, барышки. Отлично, отлично. 205 тысяч. Ай-яй-яй, 230 тысяч. Ой, как хорошо. Ой, аж сердечко хватануло. Барыжническое. Так, замечательно. Это меня радует. Беда, правда, в том, что у нас больше нет. Вот это есть еще. Предметов, на которых мы могли бы поднять бабла. Так, можем ли мы здесь еще крейдануться? Где у нас было? Продавать по сделке станет еще проще. Может обходить стороны всякие правы. Стоп, стоп, стоп. Несговорчивые. Тем больше предметов. А? Так, репутация зависит от ваших действий с подделками и краденными товарами. Влияет на то, что вы посещаете ваш ломбард. Клиенты, представители власти. Понял, с этим мы разберемся. Так, грейдить мы что-то будем. Давайте несговорчивость слегка поднимем. Тем больше предметов можно оценить более точно. У нас там просто есть еще один параметр, ну ладно, к нему вернемся. Помогает легче определять подделки. Давай. И удачу давай. Все, вкинулись пока что как надо. Так, что ты хочешь? Ну смотри, какая ситуация. Его цена на самом деле 39 тысяч. Но тебе я продам за 35. Бля. Не выходит. Я все так же достаиваю на 39. Мы так не пришли к компромиссу. Удачи. Так, что ты предлагаешь? Эпически хорошего качества. Ну вот с этими предметами беда. Вот мы сейчас купили предмет хорошего качества, и мы его не можем никуда деть. То есть нам выгоднее покупать плохого качества и потом их допиливать, чем покупать кокульки всякие. Что ты хочешь за это? 2200? Как насчет 2700? Просто поинтересуюсь. 2350, окей. Я долго спорить не собираюсь. Так, скейтборд с декором 75 эпичный. Неизвестно, подделка или нет. Плохо. 2350. Назовите нашу цену. 900 баксов. Ты охерела, собака? Не пытайтесь обмануть. Давай хотя бы две попробуем. Ну, я понимаю, ты не пытайся меня обмануть, говорит. Так, хорошо. Его чинить будем, не будем. Он эпический, но он плохого качества. Я думаю, что его есть смысл починить. Глянем, что из этого получится. Я все-таки жду сейчас какой-то... О, вот такого рода товар, да. Неизвестно, что это, сколько ты хочешь. Старые стулья 59-го года. 1800. Что-то подозрительно дешево, нет? Давай за 900 тогда уже. Ну хорошо, 1200. Тогда иди нафиг. Мне что-то оно показалось слишком подозрительным. Так, что ты принес? Дрон, сделанный в 2014 году. 315 баксов. До свидания. Так, оружие хорошее. Хорошее мы не берем. Да не-не-не. Так, в залог нам хочет дать еще какую-то каменюку, да? 161 года. О май гад. Бряха, нам надо менять оценщика. Он не вывозит. Проблема у нас в чем получается? Ну просто прошлый такого рода предмет мы продали за 200 тысяч.
Что ты хочешь? Моя цена 10 тысяч. 45 он хочет. 45 500 звучит лучше. Это для тебя оно звучит лучше. Давай 40. Мое последнее предложение. Ладно. Хрен с тобой, разберемся потом. Так, пытаемся опять втюхать тот самый. О, здесь мы можем хоть что-то выиграть. 29, давай. Отлично. То есть, в принципе, предметы, которые уже изначально хорошего качества, тоже можно продать, но это будет же поболь немножко, своего рода. Так, этот... оно же в залоге, я забыл. Ну ладно, у нас еще есть время. Так, купить на аукционе, давайте. Ой-ой-ой-ой-ой, давайте с эпического начнем. Сувенир, Сиднейский оперный театр, фигурка Спайдермен. Так, хорошо, что вы предлагаете? 100 тысяч. Хера себе вы разогнались. Это прям настолько хорошая фигурка? Вся печаль в том, что я не знаю, какого она качества, то есть что с ней. Ну давайте я одну ставку поставлю. Дальше нет. Дальше даже не пытайтесь. Так, хорошо, эпичная статуэтка Спайдермен. Но она выглядит, как будто бы она хорошего качества. Ну давайте до 50 пошатаемся. Все, последняя ставка. Ня, гуляйте дальше. Так, следующие старые золотые серьги. Оценка 50. А кто оценил? До этого же оценки не было, нет? Ну окей, до 50 мы можем, в принципе, дергаться. Мы можем себе позволить эту шалость. Отлично, за 28 урвали. Так, здесь у нас что? Здесь у нас 2500 начинается. Книга в коже. Ну, скорее всего, она в конечном итоге, наверное, стоит нормально. Давайте возьмем, это все равно гроши для нас теперь. Да давай уже, ну. Сколько можно? Я все равно заберу. Да ты охерел. Он просто не дает мне возможности. Отлично. Так, наторговали мы еще два предмета. Я хотел оценщика... Вот, у нас есть эксперт нормальный. Наш эксперт вообще однозвездочный, да? Прошу прощения. Заплатим ему за неделю. Нанять, да. Вот теперь у нас хороший эксперт, который, я надеюсь, на горе книг, который нам может помочь. Так, разобрались, еще раз проверяем. Здесь у нас 6 дней. Надеюсь, что он не вернется. Надеюсь, что он не вернется, и мы получим этот предмет. Так, еще одна книга, эпическая. Оценка. 20 тысяч, не подделка. Ну, в принципе, давай. Еще и за 17 отдают. Как насчет 15? 16 800. Давай 16. Я пойду навстречу. Отлично. Так, приветствуем, еще одна книга. О, у этой 3 заряда, кстати. Неплохо. Очень даже неплохо. Не удалось определить вот этот херово. Что-то он слишком мало предлагает. Вот это меня всегда настораживает. 2900. Отлично. У нас вообще место еще осталось? Вроде да. Так, сноуборд. Сразу же хороший. Не надо. Плохой планшет. Нет. Гуляй. С тобой разберемся позже. Немножечко. Так, что по времени? Серьги бы, получается, восстановили. Что мы восстанавливали? Серьги же восстанавливали, да? 28 тысяч, теперь оценка 50. Нет, это я купил. Подождите. Или мы ничего не восстанавливали? Не, вот, мы восстанавливаем, все нормально. Один день остался. Давайте. Так, реставратор, подельщик, вышибала, телепат. Есть хороший? Оплата за неделю 20 тысяч. Мы столько не зарабатываем, на самом деле. Чтоб такие баблища платить. Так, колье. 100 долларов себе оставь. Лампа сделана в 76-м. Сразу же хорошая. Нет, спасибо. Так, а вот это вот интересно. Оцените, пожалуйста.
Мы его оценили даже дороже, чем он есть. Ага, а он нам по старой оценке хочет продать. Отлично. Как ты смотришь на 27 тысяч? 30. Давай так, я тебе уступлю еще 1000. Телепат. Сколько он там нам уступил? 29. Супер. Супер, good and very nice. Так, еще одна книженце. 81 тысяча. 87 он хочет. Брат, ну так дело не делается. Смотри, как ты смотришь на 68? Просто поинтересуюсь. Ладно, гуляй. Так, это что за херовина? 5000. Фигурка крокодил Ганди. Так, хорошо. И ты предлагаешь 2800. Но это если рассчитывать на быстрый заработок, то в принципе... Соглашайся. Так, отлично. Потратили кучу бабла. Реставратор, предметский продукт готов. Новая оценочная стоимость неизвестна. Что? Что значит неизвестно? Нахера ты его реставрировал тот? Собака. Ладно. Так, что у нас есть теперь по реставрации? Эта штука еще 4 дня надо подождать. Давай книгу вот эту реставрируй тогда. 6600. Удачи. И у нас нет аукциона, как раз жаль. Так, скейтборд хочешь купить. Сколько ты нам предложишь? 6600, мы вложили 2800. Мне кажется, мы продешевим, если сейчас отдадим. Давайте 9000. 6200. Хорошо, 7000 по рукам. Отлично. Изич манич. Так, посмотрите, ужасное качество. Это у нас нефритовая статуэтка дракона 91 года. 5600. Будем ли мы с этим возиться? А ты сколько хочешь? Гуляй. Так, предлагает нам какую-то дичь опять в залог. Я не люблю залоги очень сильно. Оценка, подделка. Мадам, я вызываю полицию. Репутация плюс 10. О-о-о. То есть если я не имею дела с подделками, то мы в плюс. Понял. Так, что ты предлагаешь? Картинка мечей, которая... А, это сам меч. Проблема, правда, в том, что он уже хорошего качества. Давайте оценим. 40 тысяч. 42. Брат, смотри, 29. Понял, принял. Гуляй. Не будем тогда это обсуждать даже. Так, колье плохого качества. Ну, смотри, если ты мне предложишь сразу X2, то мы сможем говорить. Если ты не согласен на X2, до свидания, уходи. 52, ну почти X2, кстати. Это нам сэкономит кучу времени на реставрации, на всем этом деле. Но мы не знаем, сколько оно будет стоить отреставрировано. Вот в чем вопрос. Давайте оставим, деньги у нас есть. Грех выпендриваться. Так, аукцион склада, отлично, к этому мы вернемся. Где? 3 дня еще осталось, твою мать, я хочу увидеть, останется или нет. Так, ну давайте смотреть. Хотя склады же дорогущие, да? Хотя 3 предмета. Ну давайте глянем. А, у меня места нет на 3 предмета, да? Или есть? Подождите, у меня было 8. По-моему, есть. Ну, открывай. Так, молоточек. Вот он точно очень дорогой. Стартовая цена всего 9000. Вот это все, скорее всего, шляпа. А вот это... Хотя 99-й год. Ну, давайте. Ну, желательно подешевле урвать. Я не хочу сильно много за это платить. Отлично. Так, сейчас я проверю. Не накосячил. Нет, все нормально. 10 слотов. Все как надо. Так, заплачено в среднем. Оно посчитало среднюю стоимость, да? Так, этот оценен в 11800. На нем мы уже заработали. У этого пока что нет оценки. Мы можем оценить через оценщика. За 190 баксов. Давай. Вот это бы еще оценить. Так, аукцион забрали, этот забрали. Поехали дальше. Помнишь дядюшке подарок? Блях, сейчас я найду. У меня, по-моему, есть. Вот эта статуэтка интересует. За 2500. Забирай. Так, посмотри, что ты хочешь. Ну смотри, опять же таки, 60 тысяч. Если ты с этим соглашаешься, я отдаю. Отлично. Изичные 30к. Так, это что? Легендарный Грамаджонг. Сделанное в 2005-м. Оценить, пожалуйста. Да, бляха. 3 уровня оценщик не может оценить предмет. Ну, что это такое?
Что ты хочешь? 500 долларов не выгодно. Иди нахер. Так, новая оценочная стоимость. Это оригинал 3800. Где он? А мы заплатили 3300. Я не хочу даже тратить время на реставрацию такого рода предметов, но, видимо, придется. Видимо, придется. Этот уже очень хороший, мы его и так продадим. Так, картинку еще можешь оценить? Спасибо. Продать на аукционе, кстати. Мы можем серьги попытаться втюхать. Все остальное мы еще будем чинить. Давайте, серьги. Начальная цена мне что-то не очень нравится. Но мы заплатили 28. Соответственно, наша задача забрать около 60. Ну или хотя бы 58 тысяч. 56 даже. Хорошо. Хорошо. Я, в принципе, согласен. Меня все устраивает в этом направлении. Так, 200к у нас все еще на руках. Два дня осталось. Давайте я два дня эти быстренько пролетим. Так, что-то странное. Подделка. Вызывай полицию. Уходи. Так, посмотрите. Редкий. Сколько ты за него предлагаешь? А хотя мы ж не узнаем тогда. Там еще один человек. 10 тысяч изначальная стоимость. Игра Lockdown of War. Сделанная в 2020 году. Но она сразу хорошего качества, в общем, беда. Но блях, он нам за копейки его отдает. 600, согласен? Конечно, согласен, куда денешься. Так, ты что хочешь? Старый чайный набор. За сколько? Давай 5500, я тебя отпускаю с Богом. Ладно. Забирай эту кокульку. Вот так, предмет постер Звездной Коди Галактики. Это оригинал, новая оценочная сумма из 2900. Это который? Это вот это, да? Ну, в принципе, на гараже, короче, можно заработать. Но, бляха, я не уверен, что оно того стоит вообще. Так, еще один день. Остался. И здесь один день, чтобы не забрали. Хорошо. Давайте еще один день переживем. Оставь это себе, пожалуйста. Оставь это себе. Так, это что такое? 162 тысячи. Эпическое плохое. Меч эпохи Возрождения. Бывший владелец Хобби Драйнд. Так. Ну не 162, давайте хотя бы за 70. 156. Он знает. Он знает цену. Собака сутулая. Но бляха, за 156 брать это вообще невыгодно будет. Ну давай за 150. Так и быть. Да соглашайся. Так, разобрались, ты что хочешь? Княженцу хочешь? Почем? 8200. В принципе, ее можно было тоже починить, но ладно, забирай. Нам сейчас деньги пригодятся. Так, древний стол не выкупен владельцем, теперь он ваш. Ей! Так, золотая книга Возрождения, новая ценочная стоимость 35 тысяч. Хорошо, да как? Так, брат, сколько стоит восстановить стол? 64 тысячи. Понял, принял. Вопрос закрыт. Но нам нужно вот капельку говнеца всякого втюхать. А здесь сколько? О, лол, я могу мечи восстановить. Восстанавливаю мечи. Просто я остался без денег. Купите у меня что-то. Так, сколько за книгу? 22 я потратил, 35 номинальная стоимость. Давайте 40. Дайте подумать. Я не в восторге, но ладно. Найс. Вернули немножко денег. Молот 13 тысяч предлагаешь. Забирай сразу. Даже спрашивать ничего не буду. Некий меч за 30 тысяч. Но он уже хорошего качества. У собака. Манишь-дурманишь. Да не, оставь себе. Да что вы мне приносите уже хорошего качества? Все. Что я с этим делать буду? 13800. У меня слотов много осталось? Наверное, нет. А, ты еще и предлагаешь 16. Ты че, пес? За 12 беру. Понял, до свидания. Так, статуэтка легендарная. Оценена в 69 тысяч. И это не подделка. Но если мы ее сейчас... О, щит. Мадам, давайте за 54.
Мы засрались предметами при отсутствии денег. Как вам такой поворот? У нас есть ряд прям хороших объективно предметов. Но мы ничего с ними не можем сделать. Но сейчас попытаемся, наверное, продать еще. Можем еще купить на аукционе. Не, спасибо. Мне не за что. Не за что покупать. Так, мы за книгу заплатили 5. Мы торговываем 10-ку, я останусь доволен. Что это было? Покупатель... Я могу как-то на них влиять. Недостаточный уровень. Соглашайся. Хорошо. Перемоточка. За 9. Это скрапитель. Не, женщина, по-другому не пойдет. Ты тоже хочешь эту же херню? За 9? 5800. Хер с тобой, забирай. Мне хоть какие-то деньги сейчас нужны. Продажа, продажа на аукционе, пожалуйста. Мне нужна продажа. Так, я пришел сказать, что на какое-то время все цены возрастут. Будет невыгодно что-то покупать, зато выгодно продавать. Придерживаться реальной стоимости, эксперт. Окей. На 14 дней. К таким событиям я не был готов. Так, ты уходи. Уходи, мы ничего не покупаем. Так, что ты хочешь? Картинку эту? 3900. 3900, давай 4500. Бери. Так, отлично, ты что хочешь? Ну, женщина, я сомневаюсь, что ты мне... Просто после реставрации он будет стоить гораздо больше. Гораздо больше. Давай так. Моя последняя цена. Понял. Не срослись обстоятельства, понимаю. Не интересует. Не интересует, до свидания. Переоценка произошла меча возрождения на 188 тысяч. Но мы в него вложили 202 так-то куска. Бляха, мне нужно срочно продать. Аукцион складов, да нет же. Так, сейчас еще раз, что тебя интересует? Может быть. За 365, давай 390. Чуть 190 не написал. 390 я тебе отдам. О-о-о! Как хорошо, да? Сраться не жить. Так, это мы оставляем себе, оставь. Так, мы при деньгах, мы живем. И еще появилось продать на аукционе. Твою мать. Мы можем пробовать вот эту статуэтку продать. Мы, в принципе, на ней все равно заработаем. Сколько ремонт? Ремонт 4 дня 20 тысяч. Это запускаем в ремонт. А, или вот эту хрень вообще продать. А статуэтку я, пожалуй, оставлю. Войти, вот эту хрень заберите. 5200 начальная. Мы потратили 600. Ну, было бы отлично 12 тысяч унести. Ну что-то мне подсказывает, что-то не получится. Да, мелкими предметами на аукционе торговать вообще не выгодно. Нихера себе. Что, реально получится? Замечательно, X2 готово. Просто блеск. Что я могу сказать? Хорошо, ребятки, пока что сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное и, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.